И всем чубелей! С вами я, Смэш. И оказывается, даже 2 недели не прошло, что уже вышло новое обновление Чикенгами 3.8.0. Получается, прошло всего 1,5 недели. И уже вышло новое обновление, но зато она, как я знаю, она не такая масштабная, как прошлое. Ну, ладно, так, погнали уже. Ну, конечно же, в этой обнове не обойдется без новых фонов. И вот этот вот новый синий вот такой фон. И, конечно же, еще нас в магазе ожидает тоже немало всего. Так, заходим просто в магаз, и тут мы... зайдем поначалу в сайт, в костюмы. И тут нас встретит вот представитель до конца. И тут вы видите, вы только посмотрите, как это смешно выглядит. Ну, надутый арбуз. Еще вот такой вот, но тут проблема не, ну, в этом и в красном костюме, то что вот тут вот есть хвост Хагиваги, который на моем скине очень мешается. Но я хотела надеть вот этот костюм, но, к сожалению, я не смогу его носить, потому что там хвост Хагиваги. Еще тут есть вот такой вот халат доктора, не знаю, какой-то президентский что ли костюм, походу да. Такой вот синий Джамбо Джош, который наполовину нап-нап, наполовину Джамбо Джош, фиолетовый Джамбо Джош и наш всем известный Гримас Шейк. Гримас, одним словом. Вот в какое-то время он довольно хорошо хайпился. Вот еще нас встретил вот такой вот снеговик, довольно интересный. Ну и к нему вдобавок, конечно же, в клювах у нас будет вот такой вот морковка, клюв морковка, да. Зимняя, соответственно. Так. Что еще тут есть? Вот такой вот чисто РП, такой малиновый костюм, такой малиновый пиджак работника какого-то. Тут тоже интересно. Что у нас еще есть? Конечно же, заглянем сначала вот еще в машину. И тут у нас встретит вот эта вот машина Фаерыча. Еще вот это вот такой вот олень, хотя лучше бы его можно было запихать в раздел с животными. Потому что здесь он как-то вообще не очень смотрится. Сами понимаете, тут как-то олень может быть машиной. Это еще не все, конечно же. Еще у нас и там у нас будут, в конце с вами пролистаем, там у нас будет несколько шапок, вот насколько я понял, я вот не видел вот такой вот, вот этот, вот начиная с вот этой, все новые, вот этот я тоже не видел, этот тоже вот так. Вот такие вот прикольненькие пластилиновые шапки. Не прям бы назвал их пластилиновыми. Вот такой цирковой он уже был. Пиратская такая шапка. И вот такая вот шапка снеговика. Что же у нас есть еще? В глаза добавляли же вот эту вот... крестик. Соответственно, народ тоже такой добавили, теперь можно сделаться просто слендерменом каким-то. Что еще тут есть? Вот в рюкзаках всего одна вещь новая, это. Что еще у нас есть? Я сюда уже, наверное, сходил. Вот тут у нас ничего нету. Мобов у нас, к сожалению, тоже никаких нету. Что у нас есть? Посмотрим, может, в конце тоже нету, я что-то помню.
Блин, я постоянно забываю, что и тут тоже нет, и тут, соответственно, тоже нет. Ну что ж, что следующее, перейдем к пасхалкам. Первая пасхалка у нас находится на Прото-07. И на этой карте нужно взлететь... Вот так вот, типа так. Блин, где это я? А, где? Я не вижу. Я не вижу, где я? А, блин. Капец просто. Зря так делал. Вот. Идем вот к этому белому квадратику, который мне, кстати, знаком, вроде бы. Насколько я помню, он был рядом с логовом Хагиваки. Так, вот. Так, вот сразу. Так как в магазине я его уже забирал, вот поэтому, кстати, я вам и не сказал про эту пасхалку, хотя в магазине вы мне ее могли заметить. И эта пасхалка вот такой вот пингвинчик. Скорее всего, это пасхалка на Brain Chicken 54K тоже, потому что у него была история пингвина, по-моему. Переходим к следующей пасхалке. Следующая пасхалка у нас находится на карте Big House. Ну, там все уже очень легко. Так, заходим на карту Big House и смотрите, что дальше. Заходим в подвал, но вы уже, я думаю, поняли, что делать. Так, уменьшаемся, вот по оригиналу. Потом выкидываем порталы. Следующее, что делаем, заходим в подвал. Да, подвал картонка. Это, не прям туда я имел в виду, не самая нижняя часть, а именно сюда. И это, хватаем нашего старенького, уже старичка Джекса, да. И тогда, смотрите, он тогда появится у нас... Еще вот появится у нас вот таких вот 4 разных Джекса. Красный, зеленый и синий. Ну, синий — это типа крош из смешариков. Ну, кстати, очень довольно похоже. Так. Что у нас еще кое-что? Ну, пока что я заметил только эти пасхалки, но я еще не все чекну в этом обновлении. Еще у нас есть такая вот карта Big Farm. Big Farm, да. Которую мы все ожидали на Android, хотя раньше она была только на iPhone, по-моему, да. И, кстати, на ней немножечко подлагивает, но она без эффектов, которые есть на iPhone. Честно я скажу, она подлагивает, эта карта, но зато она просто чудесная, так. Давайте покатаемся на ней. Куда бы мобилю в деревне? Нет, такое нам не пойдет. Нам нужно по стариночке все. Во! Вот это лучше. Сейчас прокатимся. Вот смотрите, как тут много вещей. Это самая многовещая карта, которая... О, магад! Поко! Что тут? Что такое? Вот это вот тележка, конечно. Взлетаем. Вот видите, вот как кайф, просто кайф. Что тут еще? Кататься. Катимся до сюда и оставим тележку в покое. Смотрите, там есть вот такой вот дом, который есть на обычной карте Farm 2. Что у нас еще есть? Такие деревья, кстати, отлично. Вот такой вот грядки с морковками. Довольно объемная и хорошая карта. Только жаль, немного подлагивает. Такой вот, это какая-то большая, какой-то питьевая длинная тарелка. Не знаю, как ее назвать, это что-то для животных. Еще тут есть вот. Много чего еще есть. Всеми знакомая теплица. Сейчас побежим.
Вот, вот она. Ай, трясется, кстати. Вот, ну, у нее уже посажены морковки, там все видно. И вот такой вот мини... Не понял, это что сейчас было? Вот это бак, это правда, утонуть тогда можно. Такой вот мини-плут, короче. Ну, блин, опять упал. Блин, так, что у нас еще есть? Ну, короче, вы поняли. И следующее, куда мы отправимся, на машине Фаерча, и это вот в лес, буквально в лес. Там, по-моему, есть какие-то всякие штуки-вертушки. Да, блин, застрял. Жаль, что у него нет нитро у Фаермобиля. Ну, я его буду так называть, Фаермобиль. Ну, короче, вот вы посмотрите, вот тут всякие эти какие-то вертушки для электричества есть. Ну, короче, вы поняли. Ладно, короче. Ну что ж, на этой счастливой микросекунде я скачиваю видео. И, в общем, всех поздравляю с обновой и всем вам наивкуснейших чебупелей с мясом или с курицей, неважно.